Вот здесь живут президенты и вице-президенты. Идем в магазин и жрем, что хотим. Мы купили тональный крем, и с ним дается в подарок там 7 разных штучек, там разные крема, уходовая косметика, ну и какие-то, может, тени, румяна, всегда все по-разному. Вот. Случается и такое. Нет, все хорошо. Ничего не болит? Иди. Бывает такое. Здесь так. просто. Короче, поход домой откладывается, да? Пораньше. Время. Ну давай доделывай тогда этот прогон. Хорошо. Ой, наконец-то мы заканчиваем. Да ведь? Все, финальное упражнение перед тем, как уходим домой. Мы закончили тренировку. Сегодня суббота, 7 марта. В России, кстати, уже будет сейчас 8. Мы уже поздравили бабушку. Я ей выложила открытку из ленты, восьмерочку. Поздравила ее. Вот. Время 9:23 вечера. У нас сегодня ночью, кстати, переводят время. Поэтому сейчас, как бы завтра, уже будет на час больше. То есть было бы уже 10:30, а не 9:30. Поэтому мы собираем вещи и идем домой. Завтра я выступаю. Это мои любимые соревнования, вы уже, наверное, это помните. У меня очень много с ними воспоминаний. Ровно 4 года назад это были мои первые соревнования вообще в США. Кстати, клево, годовщина. Вот. Ну и мы очень часто там участвуем. Я люблю этот зал, люблю вообще все, что с ним связано, поэтому с удовольствием завтра поеду выступать. Это католическая школа, и это зал при ней, и там очень красивый сад. Я не знаю, как иначе назвать, там белые такие цветы, я не знаю, это вишня или яблоня, я не знаю. И такой, знаете, как туннель из них, и ты едешь, и такая красота вокруг, как будто в Балисе, в стране чудес. Пока. В общем, я постараюсь завтра тоже поснимать что-то, потому что там действительно очень красиво, и вдруг нам посчастливится, и мы заснимем для вас олень. Как твой нос? Все в порядке? Все прошло? Да. Окей. Ну идти уже домой пошли. Сегодня уже 8 марта, сейчас уже 1:20, и мы направляемся в сторону зала, но так как наводили такую красоту, не совсем успели дома ничего приготовить и решили поесть, взять с собой еду в одном из наших любимых кафе в Панере. Не, я-то не люблю. Ну, там просто маме воняет. Все, мы поехали в зал. Не, ну просто. Вот почему мы так любим весну здесь. Такая красота. И вот куда мы сейчас поедем, там еще красивее будет. Вот. Ну а сейчас пока мы за едой. Я взяла себе вот такую боул. Она очень большая, сытная. Это киноа с рисом. Лемон тахини дрессинг. Это кунжутная паста с лимоном. Такой вот соус веганский. Это хумус, это помидорки, огурчики, руккола. И маме там сэндвич с авокадо. Вот так. Мы уже въехали в одно из самых дорогих мест США. Здесь, в этой местности, живут очень высокопоставленные, так скажем, люди и богатые. Вот, вот этот один из наших любимых домов. Посмотрите, какой он роскошный. Просто красота. И таких здесь очень много.
Вот, здесь живут президенты и вице-президенты разных стран, типа Нигерии и так далее. Также здесь живут игроки НБА и очень известные спортсмены. Здесь был дом у Майка Тайсона тоже какое-то время. Так что вот примерно в таких вот местах и проходят мои соревнования. Вот, это называется Potomac Village. То есть как, ну не деревушка, ну деревушка Potomac, вот. Но сами видите, какая тут деревушка. Вот, это в штате находится Мэриленд. От нашего дома, где мы живем, ехать до зала минут 30-35. Ну то есть мы через 30 минут, даже меньше, уже оказываемся в другом штате. Если повезет без пробок. Да, но сегодня воскресенье, поэтому дороги пусты. Это место не только самое дорогое, одно из самых дорогих в США, но и это то место, где живут самые образованные люди, самые умные. По статистике это действительно так. Можете даже в Википедии посмотреть. Это есть информация в доступе. Вот, так что здесь живут образованные, богатые люди. И, как правило, это все старые деньги, то есть, например, там прадедушка, дедушка это все начал, и вот у тебя такое наследство осталось. Мэриленд известен не только тем, что здесь раньше жили рабы, и очень развито это все было, а также известен своей красивой природой. Вот эти все деревья вскоре начнут расцветать, и когда мы сюда будем ехать, например, летом или через месяц, это все будет, знаете, как джунгли такие. Вот. Так что здесь настолько богатые люди живут, что даже штраф за то, что ты выкинешь мусор вот так из машины, знаете, там, не знаю, жвачку выплюнешь или какую-то бумажку выкинешь, $1000. Ну и, как видите, здесь идеальная чистота. И я бы тоже не хотела нарушать законы и потом $1000 платить. Вот. Также здесь очень много ферм, потому что, в принципе, Мэриленд очень много... В Мэриленде очень много красивых мест, и он очень известен своей природой. Также много винодельнь и тому подобное. Так что в наших магазинах в соседних штатах очень часто можно увидеть local foods, что значит, например, персики, которые выращены здесь и так далее. Ну, прикольненько. Персики, кстати, здесь отменные. Здесь постоянно можно увидеть вот таких вот людей, велосипедистов, их очень много, вот мы едем на протяжении вот большого расстояния, их очень много можно встретить, все занимаются спортом, вон, кстати, еще один, как видите, вот, и смотрите, какие земли, красота, вот. Пахнет роскошью. И скромные домики тут тоже есть, но все равно они большие и стоят очень дорого. Здесь очень дорогая земля. Ну вот мы и подъехали. Сейчас сворачиваем, и это будет у нас католическая школа, и при ней очень клевый спортзал, мой любимый. Как вы уже знаете, это первый спортзал вообще, в который я попала в Америке. В нем были мои первые соревнования. Вот, и вот эти деревья, кстати, они тоже зацветут прямо уже на днях. Вон там они начали цвести, как видите, вон розовенькое, очень красиво. И будет невероятно. А вот этот вот сюда, в повороте, вот деревья, они зацветут белым. И когда там будем проезжать, ну это просто... Ах, красота. Вот так мы подъезжаем. Это все территория... школы. Вот. И вот он, спортзал виднеется. За ним стадион очень красивый и несколько детских площадок. Вот так. Машин очень много, ну, потому что сейчас соревнования. Мы выступаем в последнем потоке. Вот. Ну, а сейчас 2 дня, и мы уже приехали. Родной зал. Thank you.
привет. Я закончила выступать. Я не знаю, слышно меня или нет. Вот. Сейчас закончился поток, объявляют. Вот, как я выступила. Обруч мяч хорошо, была бы нормально. Ленту, ну, могла лучше. Но я довольна. Сейчас девочки будут выступать показательные. И потом будет награждение. Вот. Сейчас я вам покажу разминочный ковер. Довольна исходом. А это Саша. Да, я же блогер. О, конечно. С Сашей нельзя фотографироваться, она всегда выходит сильно красивой, и все остальные на ее фоне некрасивые. Но это так, лирическое отступление. Вот. Сейчас мы поедем домой, время уже за 10-10:30 где-то, а еще время перевели на час вперед. В общем, вот так. Всем пока! Я надеюсь, вам было интересно, а мы побежали кушать и спать. Шок-контент. Это называется диета чемпиона. Запоминаем. Выступаем, выигрываем, идем в магазин и жрем, что хотим. И, в принципе, это распространяется даже в период подготовки к соревнованиям. А тренера? Раз, а тренера главное покормить. А тренера главное покормить. С медали ходит мама. Вот так. Да, просто аутфит, просто в магазине. Тебе идет? Мне идет. Моя медаль. Я не спорю. Твоя. Все для тебя. Расцветы там для тебя. Нет роллов веганских? Но что нет. Я буду... Сейчас возьмем какие-нибудь крекеры. А почему мы в магазине? Потому что рестораны не работают, кафе не работают. А, ну конечно. Особенно по выходным. В
Вы что, выходные? Все отдыхают, и рестораны тоже. Давай салат искать. Будем искать салат, но что-то мне подсказывает, что... О, вот эти веганские. Но я не хочу сейчас сладкое, но просто вам обрадовалась, сказала. Я тоже не хочу. Вот, соленого, да? А Dunkin' Donuts работает? Вряд ли уже. Короче, мы сейчас, наверное, возьмем какие-то крекеры, хумус или что-то подобное. Вот так. Давай. Итак, вы помните мои инструкции, да, как правильно диета чемпиона строится? Вот, я взяла хумус, чипсы какие-то вкусные, Орео и какая-то вкусная водичка. Я не знаю, ее попробовала один раз, мне она так понравилась, с блубери. А я хочу суп. В Америке суп еще ночью, мам, миссия невыполнима. Ладно, буду это. Поехали. Поехали. Друзья, всем привет! У нас сегодня выходной, ну как полувыходной. Обычно мы после соревнований устраиваем день отдыха, но мы сегодня поедем на часик где-то в зал, просто посмотреть, нам нужно удостовериться, что как работает у нас на нас в упражнениях, вот, потому что уже через 11 дней следующие соревнования. А пока мы в торговом центре, приехали маме за пудрой, чем за подарочками. За подарочками, да. Мы сейчас зашли в Мейсис, чтобы забрать мамину покупку. В общем, да. Вот. Мы купили тональный крем, и с ним акция такая, что если ты его заберешь начиная с 8 марта, хотя мы купили это почти, не знаю, неделю назад. В общем, три недели ждала. Вот, три недели ждешь, потом забираешь, и тебе за это дается в подарок там 7 разных штучек, там разные крема, уходовая косметика, ну и какие-то, может, тени, румяна, всегда все по-разному. Вот, ждем, и потом покажу, что там будет. Ну что, мам, ты счастлива? Это тональный крем. Это не тональный крем, это вторая кожа. Ты что говоришь? Double wear, мама. Я тебя не слышу. Вот, а вот это вот подарочки. Здесь всякие умывалки, сыворотки, крема. Да, я покупала это. На самом деле, короче, все просто. Мне нужен был крем. Мне нужен крем. Но купила я другую вещь, а крем в подарок. Это не все. А, косметичка. Это, кстати, фирма Estee Lauder. Вот так. И за рекламу нам не платили. К сожалению. Пойдем отмечать, потому что мама не нашла, что поесть дома. Мы из-за соревнований не успели ничего купить. Вот. И пойдем кормить маму. Я вам быстренько покажу, так, на фоне маминой бутерброды, распаковочку такую сделаю, что мама получила, заплатив $40 вот за этот тональник. В подарке шло вот такая какая-то витаминная штука для лица, типа помазаться и вообще, видимо, какой-то супер молодой становишься, там, с витаминами какими-то. Это у нас Makeup Remover, то есть лосьон для снятия макияжа, маленькая тушь, кстати, они прикольные, потом тени, и все, ради чего вообще мама это все затеяла, это крем первый и второй, а также вот такая косметичка, и в ней были вот такие стикеры, и, кстати, я, скорее всего, заберу. Вот, друзья, хочу вам пожелать хорошей всем весны, и увидимся в следующем видео, да, мама? Приятного аппетита!